Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент, и это God of War 2! Мы продолжаем, и нам необходимо двигаться... Куда двигаться? Хрен его знает. Нам нужно найти... А может быть, в храм Эвриала не надо? У нас есть золотое руно, которое позволяет отражать вражеские атаки в них же самих. Слушайте, а может быть, все-таки... На! Давай! Точно! Надо сюда было. На! Ничего себе я... Камень все превратил к чертовой матери. А этих змей я, может быть, тоже рядом, да? Не, нифига подобного. Ну, давайте тогда спускаться. Давайте будем спускаться. Давай. Кратос поднимает и вот так вот. Есть. Опа. А вы что здесь все в камень? Так тебе. Так, а смотрите, трясутся, зараза. По всей видимости, хотят выбраться. Но мы не дадим им такой возможности. Во-о-о. Опа-на! Блин, вы все выбраться, что ли, решили? Черт! Ладно. Так тебе. Ах ты, зараза. Давайте. Я буду контратаки делать охерительные. И вам всем задница сейчас будет. Ага, что-то как-то хреново контратаки пошли. Так тебе. И еще раз. Опа-на! Так. Нет, я как бы что-то поглощаю, и в то же время что-то ни хрена я не поглощаю. В чем смысл? Так. И в него отправляем. Во. Это другое дело. Ты сдохнешь ты или нет, а? Сука, что тебя лупить-то можно? На. Ух, ничего себе. И еще раз. Все. Рвем его на части. Вот так вот. И куда нам дальше-то идти надо? Сюда? Что-то мы как-то затряслись странно. Ну, давайте будем спускаться. Ух ты, куда я попал. Ой, ё-моё. Вот только этого нам не хватало. Ладно. Будем тогда всех бить, что я скажу. Они еще все и повылезали. Так тебе. Так, а как же мне эту атаку-то сделать, а? А, кстати, давайте-ка глянем, что у нас там есть по прокачке. Может быть, золотое руно у нас как-нибудь прокачивается? Оно у нас вообще имеется? Ни хрена его-то и нет, собственно. Ладно. Так, ух ты, неплохо. Неплохо. Недурно, я бы сказал. То есть, чтобы провести атаку, нам надо... ух, ничего себе. Давай. Бейте кто-нибудь меня. И так тебе. Во, неплохо. Вот это я понимаю. Да чтоб тебя. Ой, ё-моё. Слушайте, такой мы, походу, вряд ли заблокируем. Так, и раз. Блин, слушайте, они блочат. Зараза. Так, ах ты, зараза. Ладно, давай. Всех в молнию. Вот так вот. И раз. А, кстати, чё я парюсь-то? Понеслась. Во! Неплохо. Вот это я понимаю. Всё. Ах ты, зараза. Ну ладно. И так тебе. Блин, да сколько у вас здесь, а? Давай я блок буду ставить. И раз. Всё. Ну, вроде как пойдет. Ну, кто бить будет меня? Ах ты, зараза. Есть. Во. Давай. Что делать будем? Квадрат. Так. Крестик. Давай. Слушайте, это какое-то новое добивание. На, я его прям на собственный топор насадил. Неплохо. Недурно. Так. Да чтоб тебя. Раз. Ах ты, зараза, смотрите, а они так атакуют и еще сами офигевают от своих атак. Их как будто заносят. На, все, давай. Полетел. Во. И еще раз. Ох ты, ё-моё, такой, да, такой не заблокируешь определенно. Так, и в него. Опа-на. Все. И еще, смотрите, а, засранец. Еще раз давай, говорю тебе. Вот так вот. Опа-на. Блин, хочется атаку все-таки провести.
Ну что-то как-то ни хрена не получается. Опа-на! Видимо, я вовремя увернулся. Все, добиваем. Так тебе. На, рогатый ублюдок. Еще раз. Крути. Вот так вот. А, падла, сдохни. Все, теперь мы можем пройти здесь. Вот это я понимаю. Давайте-ка подберем магию, она нам нужна. Что еще здесь есть у нас, что мы можем использовать? Да, по всей видимости, мало чем мы здесь можем, собственно. Ну, можно, конечно, в принципе, посмотреть, побегать. Вот, казалось бы, вроде куда-то это все ведет, но это, скажем так, обман и ничего более. Что у нас здесь? Неплохо. Мало что-то нам дали как-то, очень мало. Господи, как он побежал-то, а? Слушайте, вот он точно долго не протянет здесь. С таким бегом. Ладно, хоть у нас Кратос так не бегает. Опа-на. Стрекозы вонючие. Ну ладно, граната пошла. Опаньки. Все. О, ничего себе, я даже сломал что-то. Ничего. Ух ты. Тут у нас сундук. Перышко собрали. Нормально. Все. Ну. Угу. Я понял. То есть. Ага. Может быть, надо как-то это дело отломать? Как думаете? Может быть и нет. Ну-ка, стойте, как-то же это должно же сниматься. Погодите. Давай. Нет, что ли? А вон, смотрите, там меч валяется. Может быть, я его могу подобрать как-то? Ёлки-палки. Ну вот как мне это вот заставить крутить? У меня нет ни рычага, ничего нет вообще. Может быть, стоит подняться? Давайте-ка поднимемся. Что я скажу? Поднимемся и посмотрим, может быть, что-нибудь да найдем. Угу. Да, хреновый расклад. Иначе не скажешь. И ведь главное-то и не знаешь, куда идти. Можно, конечно, попробовать выйти, но нам тут определенно ничего хорошего не светит. Я думаю, тут надо все-таки как-то. Кстати. А что если магию замедления применить? Я не знаю, но может быть как-нибудь это сработает. Что у нас тут? Тут у нас ничего нет. И главное, смотрите, он может в любой момент остановиться. То есть он и не до конца, чтобы поднимается, но и... Во. Что здесь как, есть варианты? Нет, к сожалению, никаких вариантов нет. Этот сдох у нас. Тут ящик. Может быть, все-таки как-то тут можно? Не, нельзя. И что мне делать прикажете? А? Что-то я не вижу хороших перспектив. Может быть, надо... А, смотрите. Как интересно. Так. Опа-на. Блин, надо... Там что-то есть. Что это такое? Сундук еще один. Ничего себе. А я думал, здесь рычаг будет, оказывается, сундук. Нормально. Мне нравится такой расклад событий. Ладно, хоть я сюда могу подняться. Ну-ка. Нет. Вот сюда. Может быть, как-то все-таки это дело сломается в конечном итоге, я не знаю. Но что-то ни хрена не хочет ломаться, вообще ничего не хочет. Может, как-то... Да. Походу мы здесь ничего не сможем, ребят, найти, поэтому давайте-ка мы будем возвращаться. Надо где-то этот рычаг раздобыть. Где его нам раздобыть, хрен его знает. Ну-ка. Может быть, здесь все стоит разломать к чертовой матери? Или... по сути, нет, тут не вариант. Я что-то подумал, что может как-то все-таки замедление использовать, но нет, тут... вариантов не густо в этом плане.
Угу. Так, куда пойдем-то? Куда пойдем-то? Ну, давайте обратно будем двигать. Ага. Хрен с два, я еще походу назад вернусь, да? Хотя смотрите, тут вроде как бы типа что-то и есть, и в то же время ни хрена и нету. Может быть, все-таки тут какой-нибудь секрет есть, я не знаю. Что за звуки? Что за звуки сейчас были, господи? Ну-ка, давайте-ка поднимемся. О, смотрите, кто-то зовет. Кто? Я знаю, что ты сделал с моим собственным. Опа-на! Ничего себе! Так, ха! Интересно. Очень интересно. Я могу назад вернуться, если я выбегу отсюда? Могу. Но кто-то, смотрите, кто-то нас это... Реально кто-то звал. Мне кажется, возвращаться назад это вообще не есть хорошо. Погодите, я думаю, не все так просто. Я думаю, тут должен быть какой-то секрет. Что-то такое, что мы упустили из виду. А может быть, луком пострелять? Постойте. Давай, давай, ты спускайся. То есть так он теперь будет у нас, да, спускаться? Ну ладно. Так. Тут у нас ничего нету. Ничего я такого не вижу. Что можно было бы использовать... Да, тут мы тоже особо не постреляем. Может быть, все-таки здесь как-то, я не знаю, исхитриться? Ну, что-то я тут никаких вариантов не вижу, если честно. Ну, давайте попробуем еще раз спуститься. Может быть, все-таки здесь как-то стоит нам найти... Как нам этот рычаг вообще оторвать? Стойте, а может быть, молотом как-нибудь? Может быть, как-нибудь молотом? Нет... Да нет. Ну-ка, стойте-ка. Так, так. На, не, нихера. Вообще не вариант. Меч. Вот смотрите, вот этот вот труп, ну, мне кажется, неспроста. Он валяется. Угу. Да, и здесь тоже. Все это как-то очень и очень странно. Очень странно. Может быть, все-таки рычаг надо оторвать? Давай. Ну, дергай ты его. Нет, нифига, вот он его не собирается. На! Тут нам надо найти где-нибудь другой рычаг. Стена эта, я так думаю, тоже не поддастся нам никак. Скорее всего, нам нужно двигать назад. Ну, других вариантов я как бы не вижу. Где-то то, что нам нужно, находится где-то там-то. А где? Слева у нас был проход какой-то, насколько я помню. Но куда он ведет, честно говоря, толком и не помню. А может быть, колонны сломать, а? Чёртовой матери, а? Нет? Не, нифига. Нифига не получится. Угу. Может быть, здесь вообще все сломать к чёртовой матери? Чтобы наверняка. Нет, 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 нет. Даже близко нет. Хм. И вот это вот главное, смотрите, куда-то как будто ведет, а куда ведет, ну хрен его знает. Куда-то ведет, и вот там что-то позади есть. А что там, хрен его знает. Ладненько, надо подумать. Кстати, здесь у нас сундук, оказывается, спрятан. Ха, забавно, так сразу не приметишь. Ну давайте пойдем по левую сторону от всего этого прохода. Может быть, здесь есть какие-нибудь варианты, которые позволят нам как-то продвинуть сюжет, потому что я не знаю, честно говоря, что нам делать дальше. Город забытых. Город забытых. Но я здесь был. Мне кажется, здесь нам сейчас находиться очень глупо. Мы вряд ли что-либо сможем вообще найти. Ах ты, ёлки-палки. Ну, Кратос, Кратос. Ну, что ж тебя так, а? Не везет-то. Ладно, хорошо. О, прям сюда меня отнесло. Короче, надо сундуком сгонять.
Чё-то я заметил, постоянно этот голос, который там что-то говорит шепотом, постоянно говорит нам, когда мы выходим отсюда. Может быть, так нам и надо делать? Ну-ка, давайте-ка сюда. Посмотрим, куда это все выведет. Хрен его знает, тут вариантов много, в принципе. Ну, давайте посмотрим. Может быть, куда-нибудь это да приведет. В конце концов, у нас есть золотое руно это. Слушайте, я, по-моему, сейчас... Стойте, я припоминаю, мы когда выходили, помните, там какая-то у нас справа была локация? Мы не могли туда попасть, потому что там что-то стреляло постоянно, все дела. А теперь мы, я думаю, сможем попасть, поскольку у нас есть золотое руно. Ага. А может быть, мы ни хрена и не сможем. Может быть, и ни хрена и не сможем. Нет, я вообще, короче, вернулся туда, куда не следовало возвращаться вообще никак. Блин, а где же тогда та локация, которая мне нужна? Черт, то есть я туда еще и вернуться не смогу. Блин, забавненько. Куда же мне тогда это самое идти-то? Мне надо вернуться в этот, в город, где вот мы были. Там на выходе был какой-то проход направо, но он был закрыт. И тут я нифига ничего не могу сделать. А голос мне появлялся только на выходе. Забавно. Куда же нам двигать дальше-то? Может быть, направо? Давайте-ка направо попробуем. Ну, я не знаю, вряд ли это что-либо изменит. Но если голос появится, значит, мы будем идти в правильном направлении. Угу. Ну, что-то пока тихо. Опа-на. А что так музыка заиграла, как будто... Какое-то боевое действие начинается, если честно. Странно это все. Очень странно. Мы можем, конечно, еще и сюда попробовать пойти. Но от этого, я думаю, пользы никакой не будет особой. Так. Давай ты. Во. Что у нас тут? Ну, мы тут, собственно, и забрали свое руно золотое. Да, мы как бы его здесь забрали, и тут, я думаю, мы вряд ли вообще что-либо найдем. Ну, не знаю, в принципе, давайте вернемся, посмотрим, может быть, здесь что-нибудь да и появится. Угу. Так, вот, здесь проход этот был, да, здесь мы как бы все это дело и забрали. И все. То есть здесь у нас однозначно... Ничего нету. Налево идти мы придем к тому же самому пути. То есть сюда мы придем в конечном итоге. Как ни крути. Выбор какой у нас остается? Идти только в этот вот проход, куда он вниз спускается. Но там ведь ни хрена ничего нету. Может быть, стоит нам все-таки все стены раздолбать? Да ну нахер. Ой, елки-палки. Ну как так, а? И сейчас я, наверное, здесь появлюсь опять, да? В этом месте. Да. Короче, сгоняем за ящиком опять. Боже мой, сколько его можно собирать уже, а? Короче, вот это место, как оказалось. Тут всего-то надо было просто прыгнуть сюда и подняться по этим выступам. А я, ё-моё, там принялся искать. Ничего себе. О, вот этих вот тварей валить надо по этому поводу за такое. На, на, на. Ух ты. Засранец. Так тебе. Все, блок работает на ура. Так тебе. И еще раз. Вот так вот. Ах ты зараза, а. Ах ты зараза, смотрите, что делает, а. Ну ладно. Так тебе. Еще раз, бей его. Ну ладно. На. Опа-на. Все. Добиваем. Не ту кнопку нажал бы, по затылку стукнул. Да чтоб тебя, а! Каждый раз новое что-то. Во! Все! Есть! На, замочили, еще и ярость собрали. Здорово! Ну, так-то хотя бы лучше. Фу! Слава богу, нашли мы это место. Угу, можно даже сюда как-то подняться. И что у нас тут? Что за звуки? Ух ты, ё-моё! Нифига себе! Угу, там и это еще, этот голос этот. Руки в крови, по локоть там. Убийца детей, все дела.
Ой, чувствую, мы доберемся рано или поздно до этого загадочного голоса. Вот так вот. Ну ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться. Если вы все еще не подписаны, если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. И не забывайте заходить в группу в ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока!